В последнее время уж очень нам надоели мускулиные гигачады, которые трут под звуки обработки чугунного котелка теркой за дела мокрушные. А поэтому хочется некого чила, рофла, прикола. А Феди Дредаст и вроде как удовлетворяет все наши потребности. Надеюсь, и в текстах будет про любовь и ванилек. Как вы уже поняли, сегодня у нас Фредди Дред. Ну а с вами очень плохая музыка. Поехали! Начнем мы по классике с рудимента биографии, ибо эти все ваши орки с Думшапа очень скрытные типочки. Все, что известно, хватит едва ли для заполнения анкеты в Давинчике для профилактического склеивания 16-летней нетакуськи с неповторимыми взглядами на жизнь. Зовут волосатого Райан, и у меня нет ни капли сомнений, что имя ему это досталось от отца нации Райана Гослинга. Родом он из пригорода Онтарио, что в Канаде, то есть на разборе у нас вторая по популярности канадская личность после Терренса и Филиппа. Не спрашивайте, откуда такая статистика, я оракул нахуй. Определенную популярность Федечка заимел после этих ваших тиктоков ебучих, которые, по мнению тру экспертов с сальными волосами и кириешкой вместо одного зуба, засрали буквально всю эстетику исполнителя. Но этот вопрос требует отдельного рассмотрения, к нему вернемся позже. В остальном же все по классике. Любитель фоллаута, мертвых туши хомячков и раздавание профилактических пиздюлей сукам. Только такие попадают в Думшап. Так что задумайтесь над своим поведением и проанализируйте, что вы делаете неправильно. А делаете вы совершенно неправильно то, что покупаете какой-то парашный хилеравин фамилии за 1000 рублей. Понимаю ваше недовольство и то, что из-за сложившейся в мире ситуации практически все бренды ушли с рынка, и покупка одежды стала проблемой. Дорого, плюс негде достать. Но не стоит вешать пятачок. Мы рекомендуем вам Legal Alliance. Это сервис доставки вещей с крупнейшего китайского маркетплейса Poison. Не нужно ебать себе голову, просто скидывайте, что понравилось, и меньше чем через месяц вещь у вас. А чтобы по заветам великих социофобов по минимуму контактировать с людьми, вы можете воспользоваться ботом, в котором можно рассчитать стоимость вещи и найти ответы на все вопросы. В отличие от других байеров, в Legal Alliance вы можете заказать сразу несколько вещей и платить меньшую комиссию, тем самым не кормить лишний раз владельцев, чтобы работалось лучше. Также, если вы гигачадик, то все интересующие вопросы и отзывы вы можете узнать за приятной беседой у менеджера. Ну и вообще, жир-комплектация, ну, фактически Гранта Спорт и Шак Эдишн. При заказе вы сообщаете менеджеру тайное слово ОПМ и получаете скидку в 500 рублей на заказ. В общем, более приятного и вкусного предложения на рынке найти трудно, поэтому переходите по ссылке в описании и закупайте нормальный Томми Хилфигер. Не обижайте пацанов. Так почему даже на фоне таких мастодонтов Думшапа, как Девилиш Трио и МЦ Международный день всех евреев, наибольшую популярность приобрел вот этот рыжий комок домового? Весь прикол в контрастах и просто ебанутом подходе к созданию трека. Ща вот только вслушайтесь, во что я говорю, дабы не писать комментарии, что кинза не настоящая. Типочек имеет достаточно нестандартный голос для мемфисных треков, что он делает. Следовательно, и большинство биточков здесь разъебывают рамки в щепки, как, например, в треке «Ча-ча-ча». Ой, блять. «Ча-ча». Напротив, мы имеем просто ебануто мокрушные текста. Чтобы вы понимали, на Reddit даже имеется целый тред, где люди на абсолютно серьезных щах спорят о том, что не мокрушник ли часом волосатый. В совокупности получается абсолют разносторонности. Приведем жизненный пример. Вы получили 2 по трудам, так как не смогли перепить трудовика. А на соревнованиях по крокодилу даже наркоманы не показали и в слезах убежали домой. Включив тречок дреда, вы ловите этот мокрушный вайб текста и уже представляете, как встретите этого хуя старого в подворотне с розочкой из Балтики семерки мягкой. Напротив, можно представить другую ситуацию, что вы с первого раза смогли вычистить дом прабабки и на вырученные деньги взяли себе дядю Ваню. Вам весело. В наушниках слышите человый биток и примерно такой же голос. Останавливайтесь возле падика, падаете в припадках эпилепсии и склеиваете свои ласты, но с широчайшей улыбкой наполовину ебало, потому что вторую парализовало. Надеюсь, вы поняли наши аналогии и весь шарм этого исполнителя. Так что обратимся сразу к дискографии и разберемся подробнее, как правильно дрочить на мертвую крысу в армейском толчке. Стартуем мы с эпихи про Seed to Kill. И уже здесь все особенности музыки Федечки выражены примерно так же, как и ожирение у любителей Старкрафта. Особенно запоминается трючок My Collection, биточек из которого очень уж напоминает тот самый славянский напев женским голосом из серии смешариков «Смысл жизни». И если от биточка ты буквально улетаешь смотреть добрые мультики, то, переведя текст, резко появляется желание отрезать нахуй уши Лунтику. Поддерживаем такие эмоциональные качели, ставим ему лайк. Следующая же эпиха в этом году пугает своими контрастами, начиная даже с визуала.
Я очень надеюсь, что в какой-нибудь пригородной православной школе Канады хоть раз прозвучала эта работа под названием «God is Wonderful», и хотя бы раз была продемонстрирована его обложка. Уверен, все дети получили массу эмоций и, возможно, даже ушли домой с парочкой деструктивных психологических заболеваний. Но мы прекращаем вала ебать и переходим к тречкам. В этот релиз получился уже более интересным в плане фитов, так как сюда залетели сатанинские братишки из американской копирки Майхуда в лице Бейкера и МС Холокоста. Мы стартуем с фиточка, организованного совместно с Бейкером под названием Smoke. Здесь все звучит в уже более классическом фанкерском варианте, что, признаться честно, возбуждает не меньше, ибо голос Федечки способен вывести буквально любой биток своим присутствием. Ну и вы спросите, а что Бейкер? А Бейкер снова разъебал. По тексту здесь все та же мокруха, буквально десятая часть пилы нахуй, вырезанная пентаграмма на груди и браткование суккубами. Но если вы внимательные хуеплеты, то наверняка заметили, что почти все треки волосатому продюсирует какой-то Райан Си. Опять же, на ваших этих пиндосских рамблерах развелась буквально хуево туча споров о том, кто это нахуй такой. Как по мне, так это просто лишний повод набраться хайпа и рофла, и Райан Си никто иначе, как Фредди Дредд, просто по другим псевдонимам. Да, звучит страшно, немного шокирующе, но не спешите записывать меня в ряды шизов. Такая практика распространена даже у нас. Взгляните на ранние работы Твета. А всякие отметки на фото левых типов с надписью Ryan C – это просто повод развести вас. Ложки ебаные. Ну и последним в этом году вышел релиз под названием Snuff. Буквально на каждой обложке можно лицезреть маленького волтбоя. В этот раз он буквально центральная фигура. Объясняется это все тем, что Федечка наш лютый фанат серии игр Fallout. Настолько, что даже начал выращивать радиоактивную репу у себя в ректальном проходе. Ну и первым отмечу тречок «Держи мой хуй», то есть Glock. Здесь засэмплирована просто пиздецки жизнеутверждающая мелодия, от которой все твои потуги постижения бытия скручиваются в аккуратненькую цибарку и примерно так же скуриваются, оставляя привкус счастья, радости, покоя и обоссанных от удовольствия штанов. Ну а в тексте же очередные басти о вышибленных мозгах и заклинившем глоке, отчего Федя делает вывод, что пользоваться нужно ножом. Звучит пиздец оптимистично, но мы не поддерживаем такие телодвижения. Следующим отмечу фит с Гидромейном, о котором мы, кстати, плотно так затирали в видосе про Devilish Trio. И здесь примерно та же басня, что и в треке с Бейкером. Федечка прогибается по стандарты классического мемфисного звучания, и все выглядит немного уныло. Но флоу парней буквально вытаскивает трек, как тот прапорщик свой пистолет из армейского очка. Товарищ прапорщик достал свой пистолет, ебаный в рот наш. Вообще у Дредастова до 17 года было некой традицией выпускать по 3 релиза в год. 16-й тоже не стал исключением, и Фидос выкатил аж 3 эпихи. Первый стал 8-Ball Play Ice, и чудо, наконец-то знакомые нам треки. Лично я услышал Mercedes Z Aidu году так 17-18, когда по моде было шароебиться по различным малопопулярным пабликам с музлом и слушать то, что не слушают ебаные плебеи. Уже потом пизда пошла по кочкам, и Хамали с Наваи стали мне буквально братьями. Но мы сейчас не о моей детской травме говорим, так что вернемся к треку. Здесь засэмплированы какие-то дудки, блять, и трубники, но все сделано в таком же лоу-файном стиле, отчего просто диву даешься. Как это складывается в такой маленькой рыжей голове? Но похвалы больше достоин продюсер Геншин, который делал для Кизару лютейший I'm Stay Positive. Здесь, насколько мне хватило моих полутора извилин, я разглядел рассказ о паливе в мокрухе и дальнейших бегах Фредди. По крайней мере, в хуке речь идет точно об этом. Также нельзя не отметить прекрасную нарезку из ковбоя Бибопа на ютубе под трек Overload. Здесь засэмплированы какие-то ебучие звуки колдовства и магии из My Little Pony. По крайней мере, это именно так выглядит в моей голове. Не осуждайте меня, блять. Из релиза Dev Volley выделю только трачок Snake, ибо это мой канал, нахуй. Что вы мне сделаете, я вообще в Саранске, блять. Вообще, трек можно разбить на две части. Начало и конец, которые сделаны в строгом фанкерском стиле. И середина, в которой засэмплирована типикл песни из трансляции Lo-Fi Girl. Ну а по тексту...
Хули сказать, опять макрушно. И как по мне, главная проблема раннего дреда — это однообразие текстов, почти отсутствие отсылок и панчей. Но это думшап, мазафака, нахуй. Ну и неким первичным трамплином для дредастого стала вторая часть релиза 8 Ball Play Ice. В нем так непринужденно и легко оказался трек Divine. В этот раз Genshin заебашил сэмплом мейн тему из Майнкрафта, и эти кубические ритмы буквально идеально вписались в рамки Мемфиса. Лично я готов пиздануть буквально 24-часовой пеший марафон под этот трек. По смыслам же здесь все нихуя не просто, по моим ощущениям. Здесь как будто описывается ограбление, которое совершается дредастом. Ну и конечно же, как без макрухи. Все же мы здесь шизофреники с куском стекла в руке. В 2017 году все любители волосатого из нашей необъятной буквально визжали как сучки, ибо вышел фит не абы с кем, а с великим курителем всей нефтяной продукции, то есть Джимбой. Справедливости ради, мы действительно придержали этот фиток и не сказали о нем в ролике о Давиде. Это все правда, верьте нам. Но искать честно, вышло действительно круто. При прослушивании сейчас со слезами на глазах вспоминаются те времена, когда Давидка еще не начал стесняться на треках и наваливал похлеще Глеба Голубки. Ну а текст содержит в себе все традиционные части хоррор-рэпа, начиная с трупов и костей, заканчивая покуркой анаши. Это классика, ёпта, и добавить нечего. Ну и определенно самой пиздатой работой в этом году стал релиз Dread, где несомненным хитом стал трек I'm a Murderer. Здесь все сделано буквально напротив моей начальной мысли. Достаточно триловый мемфисный биток, на который буквально как спильдывался на цыганку ложится ебанутый текст, от которого становится понятно все эти рассуждения о том, убить ли Dread на самом деле. Как по мне, это больше схоже на монолог пиздуна, ибо завидев Федю, читающего это in real life, невольно приходит мысль о том, что он даже тяжелее хуя ничего не держал, да и тем только комара убить смог. Но у нас здесь канал о толерантности и важности сохранения личных границ, поэтому просто скажем, что верим и пойдем дальше. Ну и как же обойтись без прекрасного рассказа о ненависти ко всему в этом, блять, мире, в треке Hate Your Guts. Ну и по классике, здесь засэмплирована какая-то заставка из детской телепередачи, что вновь ломает голову какому-нибудь пиндосу, ну а простому славянскому мужичеле глубоко по хуям, ибо кроме русского лепета нужно лишь воспринимать язык шизов. Ну и фактически прорывным для Фредди вышел 18-й год, когда он ударился в сольники и выпустил Pink Lotus. С него и начнем. Сам я наткнулся на такого ребятенка, как Фредди Дредд, именно с этого релиза, и мои полторы извилины в 9 классе буквально полопались нахуй, а жопа потекла. Ладно, не буду вспоминать, а то пацаны не поймут. Вернемся к сути. Разъебался я сразу же с трека 289, ибо подобное звучание в те времена трудно было где-то найти. А я в 15 лет навыком поиска и распознавания смысла владел примерно на уровне безносой собаки. В первую же очередь в ебучку вам бьют рождественские колокольчики. И как раз в этот момент происходит осознание того, что следующие полторы минуты я проведу за адской дрочкой. По тексту же все опять макрушно, но в этот раз парочка отсылок нашлась. Например, упоминание известного боксера Холлифилда. Вторым ударом по моей сопливой ебучке стал трек Heavy, где звучание кардинально не походит на прошлый тречок. На фоне достаточно усиленно мучит какое-то уебище, и я бы уже дважды объебался, сказав, что это корова. Поэтому не буду. И снова, блять, буквально в мельчайших подробностях описывается киллстрик, совершенный дредом. Даже прогонять текст через переводчик, это все еще звучит жутко. Но биток качает, поэтому похуй. Looking motherfucking piece of shit. Ain't no justice, Freddy Dread, I'm gonna stab a bitch.
Ну и Рыжий добил всех треком о пол. Во-первых, здесь засэмплирован какой-то тречок бразильской рыгательницы. А все мы знаем, что лучше мулатки только две мулатки. Ну и во-вторых, это просто ебанутое лоу-файное звучание, сия творение. Отчего мемфисное начало каждого мамкиного эксперта на районе буквально начинает биться в этот биток. Единственное, что подкачало в этот раз, так это текст. Нет даже той самой пугающей четкости в описании действий. Просто тупое раскидывание псевдопугающими фактами. Но кого это, блять, ебет, помимо таких душнил, как я? Ну а дальше последовала череда ёбло-разрывательных сольников, буквально каждый из которых в дальнейшем взрывился в этих ваших тиктоках, что и вознесло треды на пик популярности среди остальных кентиков из Думшапа. И вот мы наконец-то дочирикали до этого вопроса о мейнстримности дреда. Буквально хуево туча критиков осталась недовольна, что какие-то неведомые для простого фонкера существа, называемые девушками, вдруг начали форсить такую андерную и вонючую музыку на широкого слушателя. Как по мне, в этом нет ничего плохого или даже зашкварного. Андеграунд — это нихуя не жанр, а блядский стиль жизни. От того, что некоторые треки исполнителей стали пиздецки популярными, не изменилось ровным счетом ничего, помимо мнения нетакусик, мол, их любимцы засрали. Да, есть и большая доля кринжа в этих утехах узкоглазых, но опять же, самого исполнителя это никак не касается, и говорить о его мейнстримности, как по мне, даже не стоит начинать. К тому же обретение популярности никак не сказалось на кукухе Фредди, и он остался все таким же рыжим бойчиком. Говоря о хайпах, я, конечно же, имел в виду треки как «Oh, Darling», «Killing on Demand», «Jetix» и «You Know», конечно же. Буквально в каждом треке ебанутые сэмплы, которые отличаются друг от друга всем нахуй. Мельком пробежимся по всем. Я, блядь, не в силах избавиться от той мысли, что в треке «Oh, Darling» Фредди засэмплировал ебанутую сибирскую вьюгу, ибо все это очень похоже на произведение Оруэлла 1984. Правда, я его не читал, но я уверен, что именно так. В тексте же опять прогоняется, насколько Рыжий жесткий и как он четко решает дела. Трек «You Know» дополнился замечательным клипом с сочной милфочкой, при виде которой у всех ценителей фонка в 15-м поколении произошла непроизвольная эякуляция. Не осуждая, сам через это проходил. А еще мы хотели бы сказать, что в связи с получением предупреждения на основном канале, мы переносим наши стримы на запасной канал, который находится по ссылке в описании. Подпишитесь кто-нибудь, ну бля, и хотя бы 3 человека. В остальном же басня идет вокруг того, что волосатый способен отъебать даже вашу маму. Да, он правда не поляк из CSGO. Сказав, что все треки разные, я немного слукавил, остальные два похожи по своим ритмам и настрою, но именно они в большинстве своем завирусились у вашей этой самой прогрессивной молодежи. Драйвовый биток и сказы о Макруке, что же еще может дополнить этот замечательный дуэт Мефедрона и Альтушки на балконе прекрасный летний вечер пятницы. В 2019 году вышло еще парочка релизов и опять разрывные сольники, которые выстрелили в головы лайкеров, примерно как Женя Лизагуб в наводке на Но начнем мы с альбиков, а конкретно с Дредалишиза. Здесь в мою голову, помимо сосочек на обложке, залетел трачок On Me, в котором просто ебанутая партия барабанов, как будто ебучие африканские шаманы снизошли в мою однушку и настукивает мне поебало уже 3 сутки подряд. В остальном же мне оказалось мало упоминания главного шарлатана на Руси Дэвида Блейна, и тиксток вышел скучным. Второй релиз обзавелся названием а-ля Axiome Вертолет Edition Extra Max Придурок. Очень чуловым вышел трючок Endless Sea, в котором уже по привычной схеме была засэмплирована какая-то тетя с очень красивым голосом. И снова игра на контрастах в тексте. Барышня затирает нам о красивом рассвете, пляжу у моря, море удачи, а Фредди, ну я думаю, вы уже сами догнали, о чем затирает волосатый.
Примерно таким же вышел трек «Abuse», но я имею в виду по звучанию. В тексте же раскрывается острая проблема современности, конкретно абьюза в обществе. Идет басня о огромной девушке, похожей на огра-мага, и ее абьюзивных отношениях с маленьким наркоманчиком. Заканчивается все хэппи-эндом. Мужик продал сало и закупился дозой. Это абсолютно авторское видение, не хуесосьте меня в комментариях. Ну и главным хитом Фредди по праву можно считать трек «Ча-ча», в котором уже в миллионный раз засэмплирована бразильская мулатка, а само звучание скорее напоминает какой-то американский мюзикл 40-х годов. В тексте же буквально инструкция о правильном обращении с девушками, ну а в реальности, ну в клипе, волосатый, оставшись наедине с девушкой, ушел в закулисье. Дрочить, наверное, я хуй его знает, может плакать. Давай, поплачь, блядь. Че, закабербулили тебя, блядь, а? Ну и наконец-то концептуалочка. Дарко с невероятно красивым клипом. Весь трек — это большая отсылка к фильму Дарко, где ебанутый кролик приказывает этому самому Дарку ебашить всех подряд. Как вы поняли, в этот раз рыжий нас перевоплощается в кролика и руками другого человека хуярит прикольчики. Ну и крайним на сегодня станет релиз Фреддис Инферно, выпущенный в 22-м году. Да, была еще делюкс-версия, но давайте вы просто посмотрите на эту гипнотическую картинку и поплывете по волнам моей томной речи, представив, что делюкс-версии не существует, и напоследок сделайте все по очереди, небольшой отсосик. И снова, блядь, трек, который залетел в ТикТоке. Лимбо. Здесь просто пиздецкий непримечательный бит, но именно этим он и цепляет. Голос Феди на него ложится идеально, отчего шишечка начинает гореть, а с носа течет. По смыслу же это такая интерпретация божественной комедии, где Дредаста играет роль жнеца. Помимо этого, хуево туча упоминаний драксов и, что самое главное, их порицания, что мы, несомненно, поддерживаем. Я серьезно. Ну и подводя итог всего сегодняшнего монолога, осталось лишь сказать, что Фредди — это тот самый чувак, который не сбавляет своих оборотов вот уже 8 нахуй лет и остается актуальным, выпуская треки как для ценителей андеграундного звучания, так и для маленьких любителей трендов и целевой аудитории Миланы Хаметовой. Хуёво ли это? Не знаю. Как по мне, так это наоборот раскрывает многогранное звучание исполнителя. Единственным доёбом от меня мог быть только текст. Но это ебучий трилхоп от Думшапа. Их, блять, каши не корми, только дай кому-нибудь на жопе пентаграмму вырезать. Ну а с вами были пацанята из очень плохой музыки. Поздравляем всех с днем немытой черчхелы. До скорого. Ебался, блядь. Как же жарко, бля.